приехали мы в лесок за грибочками. Коля, он унес уже 4 ведра. Сейчас подгонит машины, посмотрите. Мой сынок нашел такую гору грибов. Миш, они больше тебя. Ну, больше Машульки точно. Да? Мы совмещаем дорогу с детьми и сбор грибов. Класс. Интересно, да, грибы собирать? Да. Маша, тебе интересно грибы собирать? Я понял. Это мне? Да. Что там за подсолнухом? Маша! Я подсолнух так и семечку. Семечку вчера убрали, да. Ну один-то как-то вышел. Да. Ален, как вот с тобой ходить за грибами? О, а это смотри еще. Этот гусь темный. Да, мы вчера тоже видели. Да, это гусь. Ну бери ее, давай возьмем. А Маш. Вот, о, один, смотри. Можно набрать. Да, конечно, можно. Давай, Миш, ложи в корзинку в мамину. Вон, тут березы. Да. Вот наш сегодняшний урожай грибов. Набрали белянки. Не знаю, сколько здесь. Ведро огромное. Набрали подосиновики и три ящика. Раз, два, три подберезовиков и рядовки фиолетовые. Очень вкусные, маринованные. Машуль, давай посмотрим кроликов, как они кушают. Ай! Нет, иди ты. Сейчас у курьера забрала посылку в Wildberries. Пойдемте с вами откроем. И распаковкой у нас будут заниматься дети. Тут еще три ведра. Знаешь, что это, Миш? Что? Это ниппельная поилка для козочек. Я хочу а у Ксюши? Да, у Ксюши штатив для телефона. А это что? Мам. Мам, это... Ой, а это ниппельные поилки для кроликов.
Я буду открывать. Ой. Да, вот это хороший. А то, что мы заказывали, его козы за 20 минут сломали. Ну, хороший. Такой вот он, невысокий. Хороший. Ниппельные поилки для кроликов. Здесь их в наборе 10 штук. Маш, тебе нужно, да? Ох, Мишута, это нет, это не пойдет так. Маленькая поилка для коз. Я не знаю, они моську-то свою засунут туда, нет? Мам, давай. Прям очень маленькая. Да ты думаешь? Дайте, пожалуйста. Ну-ка. Не знаю. Для кроликов. Ну, когда установим, тогда я вам, конечно же, обязательно покажу.